рамках выездного заседания правительства Республики Молдова мы хотели показать часть, может быть, той продукции, которая производится у нас в Гагаузии. Потому что сегодня многие, ну, если не руководство Молдовы, то многие люди, живущие в Молдове, не знают, что вот у нас в Гагаузии собирают трактора, что у нас шьют одежду, изготавливают лекарственные препараты, косметику, парфюмерию. Поэтому мы решили в рамках выездного заседания правительства показать часть того, что производится у нас в Гагаузии. Спасибо. А как часто проводятся такие выставки? И почему решили именно в Авдармею? Ну, во-первых, руководство населенного пункта поддержало нашу идею, предоставило помещение. И вот поэтому мы здесь, в этом селе, одном из красивейших сел Гагаузии, мы здесь. И наши товаропроизводители тоже с удовольствием приехали, даже кое-кто уже решил здесь открыть свой какой-то фирменный магазин для того, чтобы можно было реализовывать свою продукцию.